Хейо, гайс, с вами Шумики, и это у нас магическая энциклопедия. Кажется, если не ошибаюсь, том первый, и это последняя уже заключающая серия у нас. У нас осталось буквально раз, два, три, три уровня, и все. Проходим, конечно, мы все на 100%. Так, Китай, у нас 5 предметов, в России до хера. Давайте сначала в Китай съездим, потом в Россию. Так, окей, сразу. Парус мне нужно. Так, раз, два, три. Вспомогательные вещи подбираем. Так, сюда драконов ставить нужно. Так, одну деталь мы уже собрали. Очень много предметов, которых можно взять. Я их уже взял. Который я видел невооруженным глазом, и это почти уже все я собрал. Так, нужно здесь поискать. Ага. Ништяк, кусок рога. Так, скорее всего, один сюда будет, второй сюда. Это два предмета, значит, где-то еще третий. Либо рог, либо часть меча. Часть меча, да? Часть меча, часть меча. Либо здесь нету ничего больше, поэтому мы идем в Россию. Очень стародавнюю Россию, походу. Так, петушки. Сколько у нас тут осталось? Два. Два осталось, и все. И мы собрали всю коллекцию этих. Так, топор нужен. Ключ. А, ржавый замок. Масленка. Хорошо. Отбираем. Ага, все, хорошо, выходим, выходим, я сказал. И сейчас сначала все, что можно здесь, потом, если что, заходим внутрь здания. Подушка. Можно двигать. Можно двигать, это плохо. Фиолетовый к фиолетовому. Так, стоять, вверх, вверх. Или нет? А, давайте тогда смотреть по цветкам. Мне, ну, так, здесь правильно. Здесь точно правильно. Только к какому углу, это уже неизвестно. Да? Да. Цветок смотрит вверх. Ту-т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 у
Это очень... О, тихо, вот цветок этот. А, оно если правильно, оно засвечивается. Хорошо. Мне это как раз под руку. Так, найду, где, куда этот подставить. Все, отлично. Так, значит, здесь какой-то будет пустой цвет. Кажись, вот этот. Да. Так, синий. Синий-синий. Сюда. Цветок этот вот сюда. Это наверх. А эту часть... Ага, все. Зеленый, синий. Зеленый, синий, сюда. Готово. И это нужно поменять местами. Готово. Так, ладно, отлично. Часть. Это разбить нужно. Петушок. Золотое перо. Так, золотое перо собрано. Петушок собран. Петушок наверх нужно поместить. Часть топора. Где еще часть? Так, вот часть топора. Вторую часть топора я не знаю. Это что? Еще какую-то вот эту херь нужно собрать. Скорее всего, там внутри какая-то будет... Нужен топор. Если у меня будет топор, я смогу разрубить. Так, так. Если я смогу разрубить, значит,
кристалл. Если я смогу разрубить, И то, если я смогу. Я не вижу еще часть от топора. Часть от топора, макарошки или что это, веник. Скорее всего... Так, еще знак вопроса. Скорее всего, это все будет где-то спрятано наверху. Более светлое, да, нужно? Цвет. Светлое на светлое, вот. Топор готов. Опа. Нужно порвать. Топором не порвешь. Хорошо. Значит, порвать я могу серпом. Порвать я могу то серпом. Так. Слишком горячая, да? Нужна тряпка. Прикладку можно взять, рукавичку. Флах. Кусочек, матрешки, кусочек. Матрешка есть, хорошо. Катка с водой. Наберем воды. Так, отлично. Прихватка. Заберем этот. Опа. Остудим. Вторая часть. Дракона. Сразу идем вставим. И нам ничего не дается. Значит, все остальные вещи где-то здесь спрятаны. Ладно, давайте потом здесь разберемся. Сначала с Россией нужно понять. Серпыч. Где находить части серпыча? Так, может, где-то опять спрятано? Нету. Что-то нашел все-таки. Так, кристаллик нашел я. Все, я все. Шкатулка с амулетами. Все, амулеты все найдены. Ништяк. Ништячок. Так, золотое перо. Во-первых, это куда? Во-вторых, матрешку куда? Рукоятка была, оказывается, здесь. Хорошо. Матрешку. Куда мне матрешку сувать? Золотое перо куда сувать? О, матрешку нашел. Головоломка. Короче, то же самое, во что мы тогда играли. Где нужно переставить всех матрешек. Довольно банально легко. Довольно банально, очень легко. У меня тоже где-то была матрешка. Матрешки, матрешки, матрешки. Готово. Готово, готово, готово. А серп или флаг мне дадут? Флаг. Флаг, флаг, флаг. Хорошо. Серп был на этом, оказывается. Все, здесь все сделано. Выходим из дома, рвем, забираем. Здесь тоже уже все. Отправляемся в Китай. Нюш, серьезно? Флаг. Отлично. Какая-то опять головоломка, сразу две части, и последняя в головоломке. Найдите пары, бля, вы надоели. Китайский символ я еще не запоминал. Так вот же. В смысле, они чем-то... А, у них палки разные. А ничего не масса, да. С
все палки сломаны, непонятные. Слишком... Так, домик. Нужно искать домик. Не тот домик. Вот домик. Домик. Так, сломатые палки. Так, шарнир. Так, стоп, тебя я где-то видел. Так, домик. А где домик? Вот домик. Так, Кензо. Кензо, Кензо. Отлично. Буковка К и П. К и П здесь. Так, М. Нужно найти П. П. Непонятные иероглифы. Зонтик. Так, где-то ж я зонтик видел. Стоит П. А, вот все. Тут еще внизу есть. Зенка. Вот же Зенка. Палка с мягким знаком. Готово. Готово, давай мне часть меча. Все, отправляемся. Последнее путешествие. Вот и гора драконов. Нажмите далее. Ох, здесь уже гора именно выросла. Ну, поехали. Играть. Кристаллов ноль, потому что мы все собрали. Мы молодцы. Ох, ё-моё. Магическая энциклопедия. Головы дракон, 5 штук собрать. Типа, угадай методом тыка, да? Да, ЛКМом лучше буду играть. Ну, ПК. А как мне их цеплять? Так. О, появляется картинка, которую я все равно нихуя не понимаю. А нет, здесь вот дырочки есть для камешков. Все. Проблем больше нету. Так, стопэ. Хвост сюда. Еще где-то один камешек. Тыкс. 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 Сюда. Ставься, почему ты не поставился. Так, сюда. Надеюсь, мне нужно где-то одного. Здесь нужно увеличительное стекло. Зачем? Здесь и так все можно сделать. Так, стоять. Вот сюда. Все, готово. А, нет, еще один камешек. В хвосте. Готово. Вот для чего нужны были амулеты. То есть я не мог бы пройти, если бы не нашел бы до конца. И, значит, мы, ребята, с вами справились заранее. Мертвый единорожка, да? Так, меч герою. Так, что он только что? А, с шлема. Единорожки. Так, и перо. Золотое перо замечу.
Нужно золотое перо. Соберите крылатое выражение. Ох ты ж, ё-моё. Соберите крылато-латинское выражение. Я знаю, какое выражение. В менюшке. Мультимульта. Немо он май навит. Мультимульта. Мультимульта. Мультимульта, мультимульта. Давайте мультимульта. Так. Мультимульта. Не помню. Я не помню, ладно. Мультимульта я только помню. Нужно запомнить тогда второе. Ну, именно строчку. Немо омния новит. Немо омния. Немо. Немо рыбка, немо. Немо омния новит. Окей. Мульта. Мультимульта. Немо. Омня. Навид. Готово. Так, голова дракона. Рез. Лес. Три. Че? А почему это не под... А, я еще одну не нашел. Ну что? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У меня 7 подсказок. Но это не беда, я найду. С помощью подсказки. Серьезно? И как я ее не заметил? Блин, даже сам не знаю, как я это не заметил. Отлично, идем дальше. Next. Блин, вот для чего. А что они дают мне? Эти амулетики. Типа, вот это что, молнии пропали? Чтобы остановить дракона, волшебный должен заложить свою жизнь в разящую стойку. Роджер. Типа, Роджер с собой пожертвовал? Мне очень страшно. Но если моя жизнь спасет тебя, Роджер, я все сделаю. Катрин, я умерла? Нет, Катрин, очнись, открой глаза. Магистры, что произошло? Драконы, они же ожили. Нет, сестра, ты отправила их в длинный сон. А твой экзамен завершен, Катрин, и должны признать, это было великолепно. Ты провела... Пытливость, у меня не сомнений со своими страхами типа того. Экзамен? Значит, все это было не по-настоящему? Напротив, более чем реально. Опасности, грозящие обрушиться на тебя, это было все за правду. Итак, настоящий волшебник, ты справишься с чем-то там. А ведь это только первый год обучения. Что будет дальше? Конец. Ну, как вы поняли, это только первый... год обучения. У меня есть еще вторая часть, но почему-то она не называется Том 2. Она просто называется там какие-то с монстрами. Ну что, как-то так, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.